Привет всем! Привет, меня зовут Алик. Сегодня мы будем делать обзор машинки. Вы только посмотрите, что мы нашли. Эта машинка из фильма «Назад в будущее 3». Посмотрите, какая она крутая, но мы просто не смогли пройти мимо. Правда, Дани? Да. Машинка от фирмы «Велли». Вот она. «Назад в будущее 3». Класс! А вот с обратной стороны нарисованы, какие машины были в каждом фильме. Вот эта машинка была в первом фильме, и вот с этой штукой они присоединялись к столбу. Да, Даник, чтобы от молнии получить заряд энергии? Да, и чтобы тот мальчик вернулся домой. Да, правильно. Не терпится ее уже открыть. Класс! Ой! Выехала машинка. Там нужна отвертка, да? Эта машинка здесь крепится на болтах, а тут еще что-то есть. Ага. Ты видел? Да, это же топливо. Там скотч. Надо аккуратненько снять. Так. А что же это такое? Какая-то бутылочка. Топливо. Это топливо? Да. Обалдеть. Вот такая вот бутылочка. Мы, честно, не знаем, чем они там заправляли машинку в «Назад в будущее 3». Мы только посмотрели первую часть. Нам обязательно посмотрим еще две. Правда, Даник? Да. И узнаем, чем там машинку заправляли. И осталось раскрутить вот здесь. Вот такая вот крутецкая машина. Обалдеть, капот у нее открывается? Нет, только... Так, тут надо пленку снять. Какая тут установка впереди, да? Как двери открываются. Класс. Место для водителя. Супер. Какой там салон. Сзади как будто бы тут кнопка какая-то. Дырочка, куда вставляется топливо, да? Давай заправим машинку. Вот так. Обалдеть. Эту бутылочку можно везде с собой брать, представляешь? Заправлять машину и ехать куда хочешь, да? Да. Здесь внизу написано DeLorean Time Machine. Это марка машины DeLorean DMC-12. Это как старенькая такая. Ну да, они выпускались давно, да, такие. Очень классная. А выглядит как круто, правда? Да. Как будто совсем не старинная. Это спортивный автомобиль, Даник. Вот покажем его поближе, как у него открываются двери, какой у него вид спереди, какой у автомобиля вид сзади. Это его салон, какие там рычаги и приборная панель. Вот так хорошо видно. Колеса какие классные. Машина просто обалденная. Там такое зеркальце классное внутри. Видел наверху? Заправили машинку, все, можно в прошлое уноситься, да? Или в будущее куда-то. Жалко, что у этой машинки колеса не складываются, да? Да. Мне очень понравилась машинка. Если вам тоже нравится машина, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!